Зрители, подписчики канала на YouTube. Сегодня у нас среда. Сейчас я где-то около 10 часов утра, наверное, минут 5-10-11. Я бегу к Владику на стадион. У них сегодня типа такого похода на стадион из садика группой. Там будут всякие у них спортивные соревнования. Вот. И сейчас прям посмотрим. Естественно, это все дело мы заснимем, насколько это возможно будет. Папа с Ильюшкой уже проснулись. Еще, правда, не переодевались, ничего не делали, не кушали. Еще валяются у кроватки. Вот. Я сейчас побегу, потому что время уже, они там уже пошли на стадион. Позвонила воспитательница, типа, тебе где читать, около садика или около стадионе? Я говорю, конечно, стадионе. Мне туда удобнее подойти, чем идти к саду, потом обратно возвращаться. Смысл? Вот, что еще? Серёжина мама сегодня заберет мои анализы, все, которые я сдавала. Да, вот. И, короче, не знаю, потом должен позвониться Сереже после праздника. И пойдем, наверное, в магазин, купим Сереже джинсы. Так, все, побежала я, наверное, уже, это ж опаздываю. Везде снимать не получается. Люди смотрят просто как на дикую, ну какую-то на меня. Вот. Увидимся уже на стадионе. Уже? Детки перекусили здесь на привальчике, съели по яблочку. Ну-ка, Викусь, иди, иди, играйся. А ты еще не покушала? Теперь детки играются. А, все, сейчас встаю. Котел. Владик стоит. А теперь посмотри. Ксюша, иди из нашего туристического мешка, доставай бомбинтон. Девочки идут играть в бомбинтон. А мальчики будут бросать гранаты. Ой, девочки! Девочки! Бомбинтон и бросает гранаты. Девочки бомбинтон играют, а мальчики бросают гранаты. Владик, Владик. Говори всем привет. Всем привет! А что это такое у тебя? Это гранаты детские. Это вы так бросаете? Это что же? Ой, Саш, аккуратно. Сняли героев. Вот. А я побегу до фирмы Oriflame. Там я всякую заказала духи. Пойду заберу их, чтобы потом уже не возвращаться в эту сторону. Вот, потом догоню деток. Вот они построились уже. Сейчас пойдут через стадион, там через набережную. И мы встретимся уже на аллее героев. А я пойду вот так вот вокруг, потому что мне так, если идти вместе с ними, мне намного дальше. Вот. Погода у нас сегодня просто обалденная, очень даже жарко. На небе вот такое, такое вот чистое небо. Маленький-маленький, там облачка какие-то есть. Вот. Сейчас пойду, добегу до Oriflame, дойду до аллеи, наверное, и позвоню Сереже, чтобы он помаленечку одевал Ильюшу. Магазин. Так, шикарно тепло, хорошо, прямо слов нету. Так, пойду я. Увидимся уже, наверное, на аллейке поснимаю деток. Итак, забрала уже себе духи и тушь взяла. Вот, в Oriflame в офисе зашла.
Сейчас я иду к фонтану. Детки там около фонтана. Сейчас позвонила воспитательница, спросила, где они. Вот. Позвонила также Сереже, чтобы он уже одевался. Тоже начал одеваться помаленечку. Сейчас вот иду к фонтану. А, вон они, кстати, впереди нас. Вон они. Да, тут, наверное, видно, не будет плохо. Вдалеке еще там детки. Орбиту разбирают. Неужели? Снимают все доски, снимают все это. Неужели? Господи. Для кого-то, до кого-то дошло, что-то надо все поубрать. Потому что тут полный вечный беспорядок, вечный полный беспредел. Вот снимают досочки. А вон там наши детки идут. Вдалеке. Так, пойду подойду. Они, наверное, уже направляются в сад, потому что уже время ближе к обеду, а им скоро обедать и спать. Итак, я уже подошла к дому. Когда я к ним деткам подошла, они уже шли в садик по дороге. Я их немножко проводила до середины дороги и свернула к нашему дому. Они пошли в садик обедать и спать. Вот, сейчас сижу на лавочке, жду, сейчас должен спуститься Сережа с Ильюшей. Там еще Сережина мама пришла, она забирала мои анализы, принесла нам их. Вот, сейчас Сережина мама должна выйти с Ильюшкой, а Сережа там еще одевается, как я поняла. Вот, жарко на улице, еще больше разжарило, стало совсем уже тепло. Сейчас выйдет наш красавчик, новые одежки своей. Вот, тоже детей одевает кто в чем, кто еще в куртках, в теплых шапках, но это, как бы, я считаю, вообще уже смешно. Просто настолько жарко, я вот сама иду вроде бы легко одетая, вообще без рукавов, без всего. Как бы и то солнышко припекает, прямо так и хочется сарафанчик залезть в открытый. А плюс еще в лосинах ноги вообще просто спарились. Вот сейчас сижу, жду их, когда они там спустятся. Подниматься наверх совсем не хочется, сил никаких нету. Да и смысла нет, они уже обуваются. Вот увидимся уже, когда они выйдут на уличку. Они уже вышли из подъезда. Сережина мама пошла на дачу, да, поехала, да. Всем привет. Всем привет, сегодня не снимала я еще ничего. Сережка занимался, потом бабушка пришла. Смотрите на нас, на модников. Не оставила, не смонтировали его вчерашнего. А как бы я тогда снимала, если бы я выставила телефон? Ну, вот я после обеда монтировала вчерашнего, ладно. Ну-ка, Ильюш, покажись нам, пока, все. Ну, папка сегодня шортики одел тоже. Да, папка тоже в шортиках. Ну-ка, покажи скорей. Вот такие мы красавцы. Да. Вот такие. На подтяжечках, да? Тан-тан-тан. Не вытер полностью. Деловой, а красотулька не наш не какой. Да. Баба. Пойдемте. Вот. Баба ушла на дачу, да? Да. Да, вот такие. Мы наряд. Баба принесла, скушал я уже, да? Поел хорошо, позавтрак. Хорошо покушал вообще. Да? Отлично. Вот да, такой, да, красотулькин. Да, красотулькин. Пойдемте сейчас в магазин. А куда пойдем? Этот континент, посмотрим там джинсы. А вы нет, тогда уже на площади у Юльки. А, хорошо. Купим мне джинсики, надо купить. Вот такие мы полный рост. Да, 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 да. Вот, погода отличная сегодня вообще. По сравнению. Сереж, надо, знаешь, ему сандалии посмотреть. Ну, давайте посмотрим. Потому что они эти тоже уже ему прикрыты. Не, ну нормально. Ну, эти пока... Баба! Такие уже маленькие. Баба! Баба тебя одевала, да? Да, Илюшкин. Мама вчера вещи приготовила. Прикинь, да? Мама, да. Сандалики, Илюша. Ну что, пойдемте в магазин? Да, пойдем. А там посмотрим. Дальше. Да, по пути еще увидимся, наверное. Вот. Мы уже купили штаники, Сережа, брючки, да? Ну там, да, так, наподобие как бы. Наподобие джинс, что так, брючек такое. Ну, такой материал, вообще легенький, прямо хорошо вообще. Ну, потом все, дома да, покажем. Да, дома покажем. Прямо хороший материальчик. Да. Илюшки сандалики. Илюша купили сандалики с носочками, да, Илюшкин? Да. Тоже такие, ну, а другие такого цвета. В принципе, ему на лето даже два сандалии будут. Беж, да, такой бежевый, бежевый цветик, цвета шоп. Купили. Чтоб лето можно было одевать. Да. Вот. Вот, менять на сменочку. Так, уже идем к дому. Да, погода сама шикарная, хорошая. Да, уже даже солнце все равно никак не холодно. А так, налегке даже брян, в принципе, погода должна быть нормальная. Так поедем, шорточку, налегке. Не знаю, как утром будет, правда, холодновато. Хотя там не знаю, может быть нормально будет. Ну, вот, да. Да. Сейчас уже час время, пойдем Илюшу укладывать баньки, да? Да. Если еще валиком с логопеда пойдешь, да? Ой, я забыла. И пойду ремонтировать сейчас я влог.
Да, тоже. Слушай, я поздно. Телефон забрала свой. Вчерашний хороший влог такой, да? Позитивный. Позитивный, да, счастливый, радостный. Вот, ну что, да, увидимся дома. Да, увидимся уже дома. Ну что, Илюш, нас проснулся, уже съел конфетку, да, чумазик? Красную шапочку, да. Сегодня, в принципе, мало он поспал, сейчас полтора. Проснулся, то спал у нас тут. Сейчас покажу. Перекопали кое-что. Не знаю, что связано тут с трубами. Сейчас вам покажу. Вот. Значит, приближу. Вот. Раскопали. Трубы. Почти до самого асфальта. Ладно, хоть оградили ленточкой, но все равно. Детям туда, конечно, ссылаться не знаю. Тут что-то с трубами связано, с водопроводными. Вот, погода у нас отличная. Облака к выходным. Сейчас смотрел новости, ну и посмотрел в интернете. Москва, ну и наша центральная часть России обещают до 30 градусов тепла. Дней 5 будет такая погода. Так что наступает немножко лето. Ну, мы уже сегодня шортики одели. Вот, мамка смотрит какой-то журнальчик, да? Что там еще прикупила? А, это в Oriflame это было, да? Да, ты с ним была в Oriflame. Да. А, ты снимал уже, да? Вот. Сейчас выкладывается уже, тоже, не знаю, обрабатывается уже влог. Конечно, поздновато, но сегодняшний влог тоже придется выложить, наверное, сегодня уже ночью. Потому что завтра я в Брянске, и вечером нас не будет, так что сегодня будет два целых влога, так что смотрите, наслаждайтесь. Посмотрим завтра, что с ними может быть и в Брянске, не знаю, посмотрим, потому что особо не знаю. А вот, ну что, покажем штанички, которые мы купили. Как, не знаю, брючки, не брючки, даже не знаю, какой-то материальчик. Вот мамка тут тушью хвалится, да, Танюшка. Тушь прикупила, тушь такую вот в Oriflame. Да. Довольно-таки интересненько, черная. Mm-hmm. А, вот открывается. Илья опять залез. Вот такая вот кисточка. Мы сказали, что красит довольно-таки очень хорошо. Ну, посмотрим, попробуем, не знаю. Хорошо. Так, мы где там штанишки? Давайте посмотрим штанишки. Вот, надо их, конечно, подшить, они длинноваты. Ну вот, Танюшка Мозар отнесет, подошьет. Илюшке сейчас носочки тоже, ботиночки, и сейчас они будут кушать, и Танюшка будет уходить, а мы, наверное, попозже с Илюшей выйдем, конечно, на улицу, да? Ну, конечно. Да, надо воды будет за собой взять, туда-сюда, да и так. Вот, носочки. Такие носочки, две парочки, беленькие и носочки. Синенькие носочки такие. Илюшки, вот такие ему. Илья. Сандалики. Я хочу поехать же на велосипеде. Вот такие вот ему сандалики прикупили. Ну да. Вот синенькие теперь у него и... Ну да, беженькие. И бежевенькие, такие интересные. Ну, 200 рублей стоят сандалики. Нет, это еще нормально. Ну да, нормально. Еще дешево. Скажешь так. Отсвечивает. Да, кстати. И папе вот такие вот. Я даже не знаю, как назвать это. Гёте джинс, ну как бы модель. Ну да, ну все это сделано вроде... под джинс, да, вот именно от кармана все это, но да, вроде материал джинс. Я не знаю, если честно. Тут даже честно. Вот такого они цвета, ну у нас не цвету, я не знаю, модель... серого это цвета. Не указано, что это такое, из чего это сделано. Вот 1700 рублей такие штанишки. Да, вот такие штанишки. Мандали. Мне очень понравилось, как они сидят на Сереже. Ну да, да, увидите, ладно. Подошью, такие... конечно. Да, зато сведу. Ой. Сведу кого? Сведу. Снизу подошью. Потому что, да, они такие длинноватые. Да, и Владикова заодно джинсы, которые мы купили недавно. И вот эти штанишки Сережи. Ну, да. Подшить, да, папкины штанишки. Да, можно вот подшить. Такие вот, да. Вот такие вот обновочки небольшие, да? Да. Вот, сейчас смотрел новости, наказали клуб «Зенит» на 1 000 000 рублей вот за этих болельщиков, что убежали на поле, и на две игры вообще, по-моему, без зрителей, да? Да, на две игры домашние без зрителей, и еще три игры с ограничением зрителя. Ну и смотрим про Украину, тут Славянск опять все это воюет, конечно, да. Ну, что, Илья? Да, сейчас Илюша будет кушать супчик, вот, и мамка будет уже собираться, вот. Мама потом с Илюшей попозже уже выйдет, наверное, да? Танечка, с 6 до 7 тоже, да?
Занятие. С 6 до 7, да? Вот, 6 до 7. Вот. Ты сегодня туда-сюда, не знаю, конечно. И вечером футбол, там финал Лиги Европы, сегодня Бенфика играет. Севилья, да, Севилья и Бенфика. И хоккей наш играет с Казахстаном. Начинаешь смотреть. И вставать надо рано. 5 часов утра вставать. Вот. А если тепло будет, в принципе, должно быть тепло, не знаю, мы дождей не будет, так что поедем налегко. Ну, что? Ладно, отдохнула. Отдохнула, да? Он там показывают новости, вот стреляют там в Славянске, да, по-моему? Кстати, да, в Славянске. Сейчас пойду в магазин, приду за Владиком. Ага. Завтра на последний день принести подарки детям. Ну, как бы мы собирали на выпускной, детям каждый сам себе подарок. Мама уже дала деньги, а подарок всегда дали. Каждый, что хочет положить своему ребенку. Поэтому надо сейчас что-то купить, пойти. Даже мы не пойдем в садик. Так у вас не будет. Надо сейчас ходить купить и положить ему свести. А сладкий подарок? Нет, не сладкий там. Ну, в принципе, мы как каждый решили. Это вот альбом, карандаши хорошие. В школе все. Да, там фломастеры. Что ты, Илюша? Что такое? Убрать подушку? Зачем? Она ему мешает. Да. Значит, все такое, то, что как-то там тетрадки не кушаешь, то что не знаю, что надо в школе быть конкретно. Но альбом надо всегда. Карандаши надо всегда в любом случае. Там может какой-то пенал, там такого плана. Сейчас упадешь, Илья. Сейчас пойду что-нибудь посмотрю быстренько. Ну, хорошо, ладно. Папа будет помогать скормить, Илюша, иначе не успею. Ну ладно. Да, так, увидимся. Увидимся сегодня в течение дня. Убрала Владика с садика, идем. Сейчас занятие к логопеду. Зайдем, наверное, в магазин, куплю, не знаю, попить, наверное. Даже на улице жарко, душно, ужасно. И пойдем на занятие. Как раз магазинчик через дорогу находится до занятий. Вот. Вот он, Владик наш. Всем привет. Ты же здоров на стадионе. Ну да, лучше много, чем ни разу, правильно. Вот. Скажи про свой поход. Нормально. Тебе понравилось? Да. Все хорошо прошло, да? Да. Да. Хороший такой выход для них, для деток, да? Ну вот. Сейчас сходим в магазинчик Люмар ночной. Кстати, вот это магазинчик, вот такой красный, кирпичный. Я работала до декрета, да, с Ильюшкой. Вот, отсюда же уходила в декрет. Из этого магазина. Но потом пришлось рассчитаться, скажем так, по... Уже когда была в декрете, пришлось рассчитаться по своим причинам. Вот. По собственному желанию, да, Вадик? Да. Да. Мама работала, да, скажи? Владик маме на работу приходил. Киндеры выпрашивал, да? Да. Мама работала на винодочном отделе, там жили шоколадки и киндеры всякие были, да? Чипсы, сухарики. Вот. Вот такое у нас небо. Сейчас должен был сюда выйти Сережа с Илюшкой. Наверное, полседьмого они где-то выйдут. Да, Напушкин? Да. А мы идем. Ой, стой. Светофор. Магазин и на занятия. Так. Оп, мы на улице. Владик сейчас у логопеда, да? Да, мама, пока нас гуляем, да? Да. Илюша, что у тебя ножка болит, да? Говоришь, что мне сандаликов дал, тут ножка болит, немножко натер. Ну что делать? Просто надо же куда-то одевать, правильно? Да. Сандалики. Они мы самый раз, как бы, но просто то, что первый раз видно. Ну да, точно. Сандаликов, ножка поднатер, теперь идет. Причитай. Погода шикарная, еще, по-моему, жарче стало, да? Что ты хочешь сказать? Что? А Илюша сегодня хорошо поел, кстати, пообедал. С тобой не очень. Ты вышла с папкой, пообедал. Все съел, вот, да. С папкой будет кормить. Все съел, да? Да. Илюшкин все съел, да. Вот. Кстати, спасибо за комментарий, за поздравления. Я еще не читала. Я ответил уже на немножко. Да, спасибо большое. Вот, что пока. Илюшка все прощается. Пока. Кому пока. Всем кому пока вообще. Всем пока. Нет. Вот. И немного сейчас прогуливаемся.
немножко сегодня погуляем, потому что, наверное, надо пораньше помыться сегодня Владику, да? Папа! Да, и лечь спать. Я даже не знаю, зачем ты прямо ехать. Не, я поеду так. Ну тебе-то ты, ладно, а ребенка чего так одеваешь? Я не знаю. Оденешь брюки, жарко, оденешь шорты, он трусами замерзнет. Ну да. Ну, не знаю, ну, блин, неохота то, что с собой, конечно, не таскать ничего. Ну, посмотрим, ладно, о погоде. Ладно, тишина сегодня. Сегодня много города, да? А? Народу много сегодня. Сегодня среда, погода хорошая. Я представляю, что будут выходные, если будет действительно тепло. Да, Илюшкин? Да. А Илюшкин? Кстати, сегодня снимала. Что? Я уже дошла здесь по парку. Доски начали разбирать, орбиты. А, орбиты начали разбирать. Я даже обычно разбирала как раз. Эту старую крусельку. Да, я посняла. Да? А, ну понятно. Да. Топ. Как Илюша топает? Топ. Маленький. Знаем, вот. Топ. А. Что? На своем лапочке. Топ. Надо будет посмотреть ему на этому, не знаю, в Origin кепочку. Посмотрим там. Сходим с Владиком, посмотрим. А эту не разбирают еще? Махину. Вот вообще здесь железяки одни. Сколько дети лазят сюда, это конечно. И там еще. Да. Так. Ну что, пройдемся? Пойдем. Немножко. Увидимся. Что, Илюшка уже с соком, Владик с булочками. Татьяна тоже. Ты уже третий раз здоровый, уже да. Нормально. Ну и что, да, скажи, можно. Илья уже съел зефир. Да, пойдем. Пьет сок. И булочку съел чуть-чуть, правда. Ну и я, соответственно, тоже. Дикси взяли. Естественно. Захотелось. Сходили за памперсами. Взяли булочек. Да, Илюшкин? Илюшка увидел сразу. Ням-ням. Как обычно. Да, да, я здесь пройду, как раз покажу. Яму. Вот так у нас. Яму. Ну, проходите, Владик. Дорога же есть там. Вот такую яму у нас разрыли. Наградили, не знаю. Просто разрылись, мне спать не давали, асфальт поломали. Ну, как обычно у нас все делается, вернее, делалось раньше. До цвета вроде не дотянули. Но асфальт поломали, да? Да. Ага. И делать, конечно, его никто уже не знаешь, будет. Ну, что, тогда поломали, яму отправили. Ну, раньше так вот делали подводы всему. Так, не ходите по этому, по шиферу. Владик. Идите отсюда. Идите сюда все. Вот не понимает Владик, а? Влад, иди сюда. Сюда иди. Не ходи туда, я сейчас забыл. То Илюша, он за тобой идет. И по этим не ходи. Вот, взяли молочка, сходили. Там уже клумба была. Уже не было. Не ходите, правда, вот сейчас будут ругаться на вас, а? По клумбе ходите. Сделали специально в этом году клумбу, а вы ходите, да? Что, Илюшка? Да, тут цветочки мы посадили, а Владик ходит непослушный. Вот поругайся на Владика, скажи, нельзя ходить по цветочкам. Я не ходил по цветочкам. Ты все равно ходил по загороженной части. Там заградили он шинами. Ну, да, Владик ходил. Да, нельзя. Видишь, тебе Илюша показывает, объясняет. Ну, нельзя ходить, да? Сделали в какой-то веке, в этом году, небольшую клумбу. Она раньше у нас была, но давно уже. Потом тут, когда делали кондиционеры, тут магазин был «Весна», у нас ее все поразболтали, да? И женщина, которая все этим занималась, она умерла, по-моему, где-то Тамара, да? Да. И все, и больше никто не делал. Что ты, Илюша, пьешь сок? Пей сок. Да. Яблочный сок Илюша пьет. Нагулялись, перекусила булочкой. Ну, холодный, хоть сказать, свежий все равно. Там, ну, они 5 часов были сделаны, а уже время 8 час. Все равно. Илюшкин. Вон хоть свежий. Да. О, так, сказали, что завтра нас не будет с Владиком? Да. Да? А, да, сажусь, что за мной. Сказали, да? Да. И послезавтра тоже, да. Да. О. Поход классный. Поход классный сегодня был, да? Молодцы. Дети молодцы. На свежем воздухе. Это ж не в группе сидеть, правильно? Тем более в таком-то уже возрасте. И побегали, попрыгали. Ну, там, конечно. Там снимала. Ты уже снимала побольше. Мы видим тоже поставили. Ну, это сегодня все увидят. Зрители, конечно, ночью уже. Не знаю, конечно. Вот, в частном втором выкладывать сегодняшнее видео. Да. Что, сок попила, оставил. Илюша, подними, на Владик, подними ему сок. Все. Что все? Надо на лавочку было поставить, все. А зачем? Кому-то оставил там на земле. Мама забрала бы. Илюша оставил сок. Все, он напился. Да, теперь он Владик полез за соком.
Да. Дурной пример к родителям. Ну, два брата акробата. Скоро будет, ладно, девочка. Ага. Надеюсь, не будет повторять, что вы делаете. Вот. Да. Как в комментариях кто-то сказал, блин, забыл. Маленькая принцесса будет у нас. Да, маленькая принцесса. Да, маленькая принцесса. Два защитника уже есть. Да, будете защищать сестричку. Маму, сестричку. Одну принцессу. Вот, так что. Там тоже писали. Два сыночка и лапочка, дочка. Да. Пей. Мисс Наталья. Лапочка, дочка. Написала, да, мисс Наталья вам. Да. Вот, ну что. Посидим. Мне хочется. Ну да, потому что тепло. Уже 25 градусов, кстати, вечером. Вообще домой не хочется. Да, днем было буквально, по-моему, 18, сейчас 25. Это буквально вот днем мы гуляли, да, в обед. Было 18. Сейчас 25, да. Пора. В аптеке градусник. Довольно тепло. Даже вот так что завтра, 8, ладно, с утра, с утра это дело с Владиком перетерпим. Не знаю, как мальчик отзывается вообще. Посмотрим. Вот. Все? Все попил? Да, конечно, все. Опять он поставил, вон он стоит, сок. Все. Ладно, уже увидимся дома. Давайте. Ну что, мы уже переоделись, уже умылись, Владик уже играется в Лего. Ну что? Отходит наш сегодняшний день к концу, время 8:30 уже, свет пока не включаем, на улице все нормально, теплышко, солнечно. Вот, потому что свет, конечно, искажает очень сильно у нас камеру. Вот, сейчас туда-сюда умыться. Я не знаю, смотреть сегодня, не смотреть футбол или хоккей. Ну, хоккей посмотрю, а футбол, наверное, уже позже, буквально на час, навряд ли. Хотя, выкладывать сегодня еще влог. Может быть, так и получится, оно где-то час лет спать. Мне так не получается, как обычно. И 5 вставать. А 5 часов вставать. Умеешь, а я не умею раньше ставиться. Да, в Брянск едем. Да, в Брянск едем на Годзиллу. Пойдем посмотрим, ладно, примеры Годзиллы. Вот, скажем, мое мнение. Я смотрел Годзиллу, которая не самая старая, которая была самая средняя. А самая старая еще не смотрел. Первый еще не смотрел. Вот, Илюшка ходит с бутылочкой воды. Вот, кстати, все, ответил. Ответил сегодня я всем на комментарии пока. Всем большое, огромное спасибо за поздравления. Мы очень сами, очень, очень сильно рады, конечно. Вот. И, конечно же, ждем, чтобы у нас было все, конечно, все хорошо. Действительно, все прошлось. Теперь полтора месяца, два еще. Ну, все было без всяких таких эксцессов. Все было замечательно, да, папулька? Да. Тяжело. Да. Так, Илюша у нас уже, посмотрите, поцеловался с кошкой. Сейчас мама помажет ему кремком. Да, вот. Владик занимается Лего уже. Да. Вот, сейчас пойду я мыться туда-сюда. Детки будут кушать, да? Папа. Бриться. Да, папа. Не знаю, что я сейчас не хочу. Чего? Устала, я еще сзади на целый день дергала. Да. Да, с Владиком тут еще на занятия. Ну да, потом в магазин, потом отлежала, немножко отдохнула. Да? Вот, ясненько. Да. Вот. Всем еще раз хочу сказать большое спасибо за подписку на наш канал, то, что нас смотрите, комментируете, нам очень это приятно, в принципе. Мы тоже надеемся, что это вы смотрите нас, тоже самое приятное вам, просто мы снимаем и, в принципе, и для себя, и для вас, для всех, в принципе, да? Да. Да, нам это нравится. Вот. Так что завтра Татьяна, как обычно, с города Людиново, будет с нашего снимать. Вот, мы постараемся с Владиком, да, поснимать в Брянске, но не знаю, просто мы зато хотим еще полазить просто по магазинам, прикинуть Владику уже примерно цены на школьную форму, посмотрим в магазинах, в Origin зайдем, что-нибудь посмотрим, летний мы панамку, что или что-то надо посмотреть, да? И, ну, что-нибудь. И я одну панамку. Посмотрим, что там, если будет, но в кино обязательно мы сходим, вот. Везет вам. Конечно, хочется пройтись по Брянску уже, потому что погода классная. Ну, дай бог, не знаю. Потому что в июне мы уже поедем именно вот за формой, за ранцем Владику, да? Да. Вот давай примерно посмотрим цены там в Брянске, посмотрим. Вот. Ну что, будем прощаться? Да. Да, детки? Всем пока! Всем пока! Всем пока! Приятного просмотра! Пока! Пока, бандит! Ах, бандит, как под глазом! Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем до встречи. Всем пока.